Добрый день, с вами компания «Печной мир», Бахаев Максим. В предыдущем ролике мы снимали, как распилить кирпич, просто прямой рез, расколоть его, распилить. Здесь рубрика, так скажем, продолжается в разделе фигурной резки. То есть на примере вот этого камина мы можем увидеть, какие фигуры можно изготовить из кирпича. Если, допустим, идти снизу, да, начинаем, это плинтус. Мы сделали отдельное видео, отдельная запись, как он изготавливается. То есть вот он элемент, прогоняется, и он используется вот в этом месте у нас плинтус используется. Здесь как карнизная полка также используется плинтус. Интересный элемент, часто востребован именно в фигурном исполнении. У нас есть полка. Полка это, ну, закругленный кирпич, грубо имеет вот такую форму. Используется, как правило, в завершении сверху. Или можно использовать его, ну, выделять какие-то элементы декора. Есть полка с одним спилом, то есть закругление. Здесь такого элемента нет в этом камине, но он также используется часто. Можно использовать как с одной стороны, так и с другой. Но это индивидуальный элемент, так скажем, колонны. Здесь он используется у нас по углам камина. В арке используется клиновой кирпич, пилится он, запиливается с двух сторон под определенный размер, чтобы получить определенный радиус. В данном случае здесь у нас 75, если не ошибаюсь, сантиметров расход. Кирпич задекорирован радиусным элементом, то есть с одной стороны радиус, с другой стороны выпил. Ни одного кирпича в этом камине нету, чтобы не было обработки. Если прямая стенка, здесь у нас снята фаска. Фаска 10 мм. То есть это очень, ну, такая глубокая, так скажем, фаска. Смотрится как декоративный элемент больше. Это очень трудоемкий процесс. И не каждый готов, так скажем, углубляться, погружаться в пыль, заниматься этим. Здесь творчество, раз. Вред для здоровья, два. Это, ну, пыль, грязь. Но и результат, он не такой быстрый. То есть если печь, камин можно сделать там 5-6 дней, если... Ну, в простом варианте, когда мы используем резной кирпич, это в разы увеличивается. То есть каждый элемент готовится отдельно. Ставим лайк и подписываемся на наш канал. Всего доброго!